Вон они сидят, где я их потеряла. Лемурчики. Отсвечивает, конечно. Козюлю вернули на место. Ее не было несколько дней. Она такая безобразница, или козлик. Козлик, наверное, бока набил. Ну, кролики, понятно. Этот преследует. Гон какой-то, видать, зимний. Осенний. Там серый с кем-то сидит под лестницей. Фазанов напугали. Вот самочка, она всегда тоже спускается покушать. А второй где? Да, коза — это дело такое. Или козел. Кролики носятся. Ой, боже мой. Милота целая. А там еще лис спит, точнее их двое. Там крупный есть у них и помельче, плохо видно. А один еще не спит. Либо в будку уже спрятался. Вот так вот коза гоняет, или козел, птиц, цесарок. Везде нужно залезть. Там енотики, вон они. Смотрят. Так, лемуры. Плохо видно за деревьями в углу. Кролики постоянно кушают. Всякие разные. Ой-ой-ой. Козлик балдеет. Гоняет всех бедных. Скучно одному, конечно. Да. Безобразник. Этот морковку пытается. Этот листочки, этот кабачок. Цесарка сюда же. Ути как быстро. На метр залетел. Ну, они обычно наверху здесь ночуют, на этих. Вон он, темный лис какой-то. Чернобурый, видимо. Чернобурый, скорее всего. Он бегает. А те спят. Ну ладно. Спокойной ночи, малыши.